Ты ему понял, этот элемент, да, не зачитали. Нам показали 12 баллов здесь оценку, но на большом табло на арене 11,7, потому что 0,3 штрафа еще. За что штраф дали? Интересно. Ладно, посмотрим. В итоге 11,7 его оценочка. Ну, совсем бывают такие судейские казусы. Причем поменяли сразу в режиме реального времени. Это у нас Иван Куляк на перекладине, представляющий город Облинск. Здорово, перелет Ковача сразу начал. Здесь перелет Качева с, с прямым телом. Еще один с поворотом. Вот это сложнейший элемент тоже. 0,6 прибавляет к сложности только на одном элементе здесь. И еще один с поворотом, только ноги врозь. Перелет Можника, носящий фамилию первого исполнителя Марио Можника. Хорошая растяжка у Ивана. Закладку выполняет. Хорошо, разводя ноги. Соскочек чуть попроще, чем его конкурент.